Eu... Aveți un vecin cu care v-ați judecat și ați câștigat? Da, am judecat cu vecinul care este bivший deputat parlamenta și vrac. И вчера я Главан Юлиан выиграл все судебные инстанции с ним, с примарией Гидигич, которая выдала им титул, в который входила часть дороги, которая ведет к нашему дому. Мы с судебным исполнителем в феврале снесли ворота. То есть мы открыли доступ к нашему дому. Алт Калиде Актес Навет? Нави. Din ieri când am venit acasă, partea a fost iar repusă cu Glavan Iulian. În pofida hotărârii de judecată? Da, dar наши ворота, где стоят наши ворота, перекрыты капитальной стеной, сделанной из кательца. Păi și cum intrați acasă? Nu știu, peste gard. Și acum завтра мне потребуется скорая помощь или пожарная, боже упаси. Я не смогу, ко мне никто не сможет приехать. И нас схема полиция, ну вас адресат? Сегодня мы утром вызвали полицию. Полиция приехала, составили протокол, все, но составлен протокол, и якобы сегодня полиция будет как бы беседовать с семьей Главан, так как их никого не было, нам никто не открыл ворота. И на протяжении недели они составят протокол, все потом передастся дело в прокуратуру. Но все это время мы будем без дороги. И когда это все откроется, неизвестно. Да, экзекутору лац сезат, лац анонцат, ксе игноры мункалуй. Да, ел с куникой, аста и полиция требует дефокут. Да? Да. Да, кумул кем пи экзекутор? Якоб Мирон. Ел у экзекутат ин 22 февраля, да? Да. Да, днюас, кум вы нумите? Романова Татьяна. Și aveți imagini video cu poartă și fără poartă, sau ce ați filmat? Da, video și avem video când a fost cu 22 februarie cu Iacob Miron, cu executorul, cu executorul, când a venit Prime TV și a făcut reportaj, dar nu a dat în În emisie, da, în emisie, la jurnal. Так как в Prime TV вызвали сами Главан, якобы со стороны судебного исполнителя. Но когда они увидели нас, и мы им высказали свою сторону дела, по какой-то случайности этот репортаж не был показан по телевизору. Интересно, ты сам кого врёл интерес? Да ну и зачем потрива ла порта? Да, дичи табора. Я сам потрива иллегалитету. Ce părerea dumneavoastră? Părerea mea că primarul a intrat în cârdășâie cu fostul deputat în Parlament, domnul Iulian Glavan, și printr-o decizie a primăriei i-a atribuit o porțiune din teren care trebuie să mergem și noi tăi. E normal asta? Iaca Matalie Valsen? Eu nu pot, eu n-am văzut. Nu, nu trebuie da, să... Da, dar a fost și Curtea Supremă, a fost tot. Eu care nu v-am spus-o care. Spune Curtea de Apel, de la Curtea Supremă. Supremă este. Hotărârea Supremă, tot în regulă. Tot este. Executorul altfel nu mai vine? Da. Necătând că hotărârea Curtei de Apel e executorie. Asta nu e... Ia uite, pe gletare îți dă la Valsen, la oameni. Azi sunt de la o licitație 60.000 de lei. Eu ce s-au întrebat? Eu l-au fost de cază cu tot, ce trebuie. Dar nu, eu vă dau informații. Nu trebuie să vă expuneți. Eu v-am spus care e faza. Dumnealui a intrat în Cărdășâie și i-a dat o decizie. Care a votat-o numai liberale. Știți să spuneți că a votat-o numai liberale. A votat-o. Ca să tăi cu un teren ilegal. Nu, clar cu. Și atunci era domnul primar ăsta? Acum? Din 2005 s-a mai întâmplat. Este Curtea Supremă, acum a уже в суде все решено. Я соседка. Я. Они со мной судились. 6 лет. Я с примарией выиграла суд в 2011 году. Они все эти годы издеваются вместе с ними. Он что думает, что если он врач, хирург, по конституции все равны. И я обыкновенный, будь я бомжом, будь не знаю кем, я имею право ходить по дороге. Вот идемте с ними, вот куда мы сейчас ходим. У семьи
пока смерджем, да, пини? Ну, мы тут к этой околу и терен деза приват, который не аре акцес, кале де акцес. Unica cale de acces era asta care primăria o dată printr-o decizie așa făcută între 2 luni, un teren, un drum în folosința la 1, la care nu e normal să dai un drum în folosința cuiva, numai cuiva. Nu înțeleg cum... Acum numai o cale de acces, aveți sau nu aveți niciuna? У нас есть ворота, эти ворота вынуждены поставлены там, потому что мы должны как-то передвигаться. У меня нет средств на вертолет покупать, вы понимаете? И я поставила вынужденно там ворота. Они мне показывают в судах фотографии моего двора. У меня во дворе могут и американские горки быть, и бассейны, не знаю что, но дорога, она должна быть у всех, и у меня, и у них, и у не знаю кого. К каждому дому дорога ведет. А я что, нелюдь какой-то? Шапти с призечи януаря. Ну, куштигаты, да. Кумафот, респин с демершалу и главан. Ну, дата дичиди дефинитивно? Да, один дата. Ну, куртя супрема фос. Кум пати, как может судебный исполнитель выносить инкиере, если то он не имеет права? Он на основании высшей судебной палаты это сделал. Я беседу на луну я говорю, что мы ранка на реглу, мы рау проприетари, пилот. Да, мы согласились, мне как бы война не нужна, я не хочу ни с кем воевать. Так, я не хочу ни с кем воевать. А насчет ворот, еще в 96-м году есть решение примарии между нами и предыдущим хозяевам, что мы берем в общее пользование, дорога остается дорогой, она не приватизирована, ее приватизировать дорогу нельзя. Она была дана в общее пользование, чтобы мы могли пользоваться дорогой так, как и они. А они обманным путем с примаром просто ее приватизировали. И мы все эти годы с ними судились, чтобы эта дорога просто была... дорогой, чтобы я могла ее пользоваться точно так же, как я. Вы не хозяин, вот хозяин, пускай хозяин скажет. С ним нечего радовать. Пусть как ставили, пусть и снимают как. Да. Ой, звонит. Господа. Я не могу.
Жалко, что вы примара не вызвали сюда. Раз они так... Они сами возьмут, заберут их от вас. Проблема. Один пункт у меня вас один день по камеру. Ну а ведь так честно, честно тебе И вы покажете это по телевизору. Я покажу все. Я всех должна показать. По просто я знаю, что у них родственники на Prime TV. Я знаю, что журнал ТВ не показали то, что мы в августе сняли нашу проблему. Вы снимите параллельно, и потом сами сделаем. У них и журнал ТВ, и Демократическая партия, я все знаю. Просто политика и закон – это две разные вещи. И они просто своей политикой, они суются непонятно куда. Я понимаю, что он врать, я все понимаю, но у меня есть какие-то... Добрый день. Скажите, а что вы хотите, ворота ставить? Ну как какой? Тут дорога, я хочу знать, что вы хотите делать. Вопрос к тебе. Как делать так, чтобы ваша вода с твоего сарая не попала мне в огород? Какая вода? И спросите вашего архитектора, адвоката, на каком расстоянии от границы делается капитальное строение? Ну да, вот спросите. Забор тоже ваш. Так что? Вот вы спросите, да? Что забор? Хорошо. Это забор не капитальный. Хорошо, я сейчас хочу спросить у них просто, что они хотят сделать. Вы знаете? Что они хотят? Они хотят ставить они ворота. Я покупаю у них ворота. И я переделаю и беру себе ворота. И они разрешили мне у себя у них делать ворота. Ну, какие ворота? Вот эти ворота? Ворота я делаю себе. Хорошо, хорошо, вы подайте в суд, если вам что-то не нравится. Тимоша, вы знаете, не по-человечески с соседями так разговаривать. Мама делала это сарай, мы предлагала. Знаем. Подождите, я предложила я ей. Хочу ругаться. Ирина Михайловна, дайте сделаем один стену прямо по месту забора. И вы делаете сарай вместе. Нет, подождите. Нет, скажите, что мне сделать, чтобы не текла вода. А, вам что она течет. Да, а тут ведь. А вот там мокрая. А там ведь цемент, там зацементировано, она течет на цемент. Вы спросите адвоката вашего, на какое расстояние делается капитальное строение от забора. Вот у вас это капитальное строение. И все, больше не надо. Хорошо. Я скажу, что она легально сделана. Хорошо. Если нелегально, не хорошо. Потом вы придираетесь ко всем. Вы не смотрите у себя, что вы делаете. Я к вам не придираюсь. Как если вы поставили трубу, и ваша вода везде, и все самое в огород. Да ведь что вы мне говорите, посмотрите только на дорогу. Подождите, я вот повесил жесть, вы видите повесил на жесть? Потому нет, что вода вся прыгала хорошо, туда. Хорошо, я поменяю все это, что это не поменяете? Проблема. Я сделаю так, чтобы вам было хорошо. Вы делаете как положено. Хорошо, да.